Jai Шримад-Бхагаватам Ki Jai. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Ом намо Шримад-Бхагаватам, 9 глава. Ответ Ушкадавы с вами. Текст 11. На русский написано. Шьяма, Шьяма Вадата Шартаят Патралочана. Шьяма Вадата Шартаят Патралочана. Шьяма Вадата Шата Патралочана. Шьяма Шата Патралочана. Ишанга Вастра Суруча Субешаса. Ишанга Вастра Суруча Субешаса. Ишанга Вастра Суруча Субешаса. Ишанга Вастра Суруча Субешаса. Сарве Чатурбхава Унмишанмани. Сарве Чатурбхава Унмишанмани. Сарве Чатурбхава Унмишанмани. Сарве Чатурбхава Унмишанмани. Праве Канишка Бхарана Суварчаса. Праве Канишка Бхарана Суварчаса. Праве Канишка Бхарана Суварчаса. Праве Канишка Бхарана Суварчаса. Шьяма Вадата Шатра Патралочана. Шьяма Вадата Шатра Патралочана. Ишанга Вастра Суруча Субешаса. Ишанга Вастра Суруча Субешаса. Сарве Чатурбхава Унмишанмани. Сарве Чатурбхава Унмишанмани. Праве Канишка Бхарана Суварчаса. Праве Канишка Бхарана Суварчаса. Шьяма Вадата Шата Патралочана. Шьяма Вадата Шата Патралочана. Ишанга Вастра Суруча Субешаса. Ишанга Вастра Суруча Субешаса. Сарве Чатурбхава Унмишанмани. Сарве Чатурбхава Унмишанмани. Праве Канишка Бхарана Суварчаса. Праве Канишка Бхарана Суварчаса. Шьяма Вадата Шатра Патралочана. Шьяма Вадата Шатра Патралочана. Ишанга Вастрах Суручах Супешаса. Ишанга Вастрах Суручах Супешаса. Сарве Чатурбхава Унмишанмани. Сарве Чатурбхава Унмишанмани. Праве Канишка Бхарана Суварчаса. Праве Канишка Бхарана Суварчаса. Шьяма. Шьяма. Небесно-голубые. Небесно-голубые. Авадата. Авадата. Сияющие. Сияющие. Шатапатра. Шатапатра. Как цветок лотоса. Как цветок лотоса. Лочана. Лочана. Глаза. Глаза. Пишанга, желтоватые, вастра, одежды, суруча, очень привлекательные, супешаса, в расцвете юности, сарве, все они, чату, четыре, бахава, руки, Унмишан, блестящие, Мани, жемчуга, Правека, превосходного качества, Нишка Абхарана, декоративные медальоны, Суварчаса, сияющие. Перевод текста. Излучающие сияние тела обитателей Вайкунтхи небесно-голубого цвета, и глаза подобны лотосам. Они облачены в желтые одежды, и внешность их отличается необыкновенной привлекательностью. Все они находятся в расцвете юности. У них по 4 руки, и на каждом из них великолепное украшение. Жемчужное ожерелье с декоративным медальоном. Комментарий Шрила Прабхупады. Все обитатели Вайкунтха-лока – это личности, и все они обладают духовными телами, которым нет аналога в материальном мире. Описание их внешности можно найти в шастрах, например, в Шримад-Бхагаватам, когда шастры называют трансцендентное бытие безличным. Имеется в виду, что тела, подобные телам обитателей Вайкунтх, не встречаются нигде в материальной вселенной. Как не похожи друг на друга живые существа, обитающие в разных местах одной планеты, или обитатели разных планет, так обитатели Вайкунтха-локи выглядят совершенно иначе, чем те, кто живет в материальной вселенной. А у людей, живущих в этом мире, только две. Небольшой комментарий. Читаем еще. Правала, Вайдурья, Вринала, Варчаса, Париспурат, Кундала, Маули, Марина. Блеск кожи у некоторых из них подобен сиянию кораллов и бриллиантов. Их головы убраны венками из лотосов, а в ушах у них серьги. Некоторые обитатели Вайкунтха-лок достигли освобождения сарупья, то есть полного внешнего сходства с личностью Бога. Бриллиант Вайдурья украшает личность Бога, но те, кто достиг освобождения сарупья, то есть имеют такое же тело, как у Господа, тоже получают право носить на своем теле эти бриллианты Вайдурья. Какие-то атрибуты совпадают с телом Господа, какие-то не совпадают, какие-то есть характеристики, присущие только Ему. К этому относится знак Шиваса. Завиток волос на груди Господа. Этого нет в обитателях Вайкунтхи. Так я слышу. И Калстубха. Маленький. Камень. И особое блаженство, которое не повторяется у никого. Тело Господа Садчитананда в безграничной степени. Когда Четыркумаров увидели, жители Вайкунтха, они сначала вознесли молитву Господу, думая, что это Нараян сам явился. Так, 4 руки, сияющие тела, все украшены, ослепили их. Они стали носить молитвы, привычные для них, те самые древние мудрецы вселенной Четыркумаров, в облике младенцев. Их тела не развиваются физически, они остаются наистинно промочариями. Они в совершенстве постигли Браману, когда подошли к воротам Вайкунтхи и увидели. И они стали возносить молитвы. А это был Гоп Кумар, простите, Четыркумаров. Их прокляли. Но Четверо каламаров увидели, когда Господь вышел навстречу. И когда Он вышел навстречу, явился сам уже в четырехрукой форме. Его блаженство как бы распространялось безгранично от одного только облика, который воспринимали кумары. Достаточно было увидеть тень под ресницами, говорится, его. И можно было войти в вечный транс. То есть любая деталь и форма Господа, она единая, цельная, как бы не двойственная. Внешнее соответствует внутреннему, внутреннее соответствует внешнему. То есть это поразительная форма. И постичь ее можно только осознав свою единую духовную природу. Отличие материи и духа – это первый шаг. Отличить свою внутреннюю суть от внешнего проявления тела, кармы. Освободиться от кармы. И осознать свою единую природу с духовной формой Господа. Две вещи необходимы. И здесь Прабхупада упоминает, что есть люди, которые считают, что Господь имперсонален, безличный, они сливаются с ним, то есть они не постигают второй момент. Они постигают только первый этап духовной жизни, отличие материи и духа, но связь с Господом не постигают, растворяются там, не достигают взаимоотношений. Это самая непрактичная философия, неприменимая на практике, невозможно применить, умозрительная, то есть иллюзорная философия. И это право дается человеку, который завидует Господу в форме Господа, его блаженству, его особой красоте, его общим, особенным чертам неповторимым. Это желание слияния, это как раз отрицание вот его особенностей, его особых, высочайших проявлений, индивидуальных. И поэтому иногда говорится, что духовный мир безличен, что многие люди не идут к личности Бога, потому что они завидуют вышестоящим. Но безличному сиянию никто не завидует. И растворяясь с ним, кажется, что я и становлюсь тоже Богом. Путь открыт для большинства людей в эту ловушку. Но это последняя ловушка Майи. И чтобы преодолеть эту ловушку, нужно развить привязанность к форме Господа, к его имени, качествам, эту привязанность, то есть любовь. Эта задача непростая для материального мира, потому что говорится, что особенность материального мира такова именно, что здесь есть все, кроме одного, любви настоящей. Это непростая вещь для материального существования, развить такую любовь, безусловную, чистую, бескорыстную, без оттенка зависти. Это называется бхакти-йога. И начинается с простых вещей, что мы просто предлагаем Господу то, что у нас есть, то, чем мы пользуемся. Это для тебя. Начинаем думать так, что вот тебе подношение от меня. Сегодня приготовил обед, допустим. Я хочу тебе сначала предложить. И Кришна пробует в невидимой форме, в духовной форме. Мы пробуем, думаем, о, ты совсем другое. Совсем другое, тогда он раздает другим. Нужно организовать food for life срочно. Да, сразу появляется это желание делиться созданием Кришны, потому что мы получаем духовную реализацию. Освобождение от зависти, радость пробуждается в сердце человека. Процесс духовно радостный, очень радостный. Уходит скорбь, уходит склонность к дурным поступкам, к низшим гунам природы, вкус утрачивается очень быстро. Приятно чувствуют отвращение к мясоедению, к интоксикации. Даже если раньше они это принимали, они никогда больше не возвращаются даже вовремя к этим вещам. Это все признаки бхакти-йоги, симптомы присутствия более высокого вкуса. И мы продолжаем служить, свое служение, начиная с того, что предлагаем пищу, начинаем что-то делать уже. Мы понимаем, что есть какая-то миссия, есть воля Бога, его личные желания, мы можем их исполнять, можем понимать эти вещи, делать можно, еще выше уровень. И в процессе служения именно преданный обретает способность входить в транс. И Именно в процессе служения, когда погружается в служение тело, ум, речь. Ну, сначала тело мы занимаем, мы приходим в храм, допустим. Речь также должна быть занята. И когда ум уже занят служением, это транс, трансовое состояние. Сначала тело, это доступно, идти в храм можно. Речь занять труднее будет. То есть нужно научиться говорить о Боге. У нас есть квалификация говорить о себе, о своих детях бесконечно можно говорить, на денежные темы экономики, политики, бесконечные разговоры повсюду, все заполнено просто. Огромное количество информации ежедневно идет. Поток просто непрерывный. Если не говорить о себе, о каких-то телесных потребностях, то ни о чем больше говорить. Человек не знает, как использовать речь. Начинает тогда просто говорить глупости, развлекаться, болтать, кривляться, что-то такое. Но назначение речи говорить об абсолютной истине, этот поток должен кончаться. Но на это уйдет время, чтобы научиться говорить. Мы учимся говорить сначала слушая от духовного учителя, читая книги Прабхупады и повторяем эти вещи. Ничего от себя не говорим, потому что ничего нет, опыта нет, такого духовного нет. Мы просто повторяем то, что произвело впечатление, то, что запомнилось, то, что откликнулось в сердце. Мы повторяем, и постепенно пробуждается наша собственная речь, способность говорить. Каждый наделен способностью говорить, но нужно ее пробудить. Мы не считаем, проповедь, что животные разговаривают, или лягушки разговаривают, но они тоже издают звуки. Звуки соответствующие настроению. Человек может произносить слова, но настроение может быть такое же, как у лягушек, у животных. Митхуня Бхава называется. Я здесь, я здесь. Я хочу выделиться при помощи речи. Лягушка квакает, квакает, квакает. Весна, потому что призывает партнера, ее инстинкт. Должна тоже как-то показать, я здесь, по звуку голоса привлечь кого-то, встретиться с ним вечером под луной. Потом брачный союз заключить, ну как обычно в жизни, потом пойдут дети, их много там нет. Ну и в чем разница тогда, если человек делает то же самое, используя членораздельную речь? Но суть та же самая, он тоже начинает громко говорить, чтобы как-то привлечь кого-то к себе, чтобы заключить союз, чтобы были дети. И этот же звук кваканья лягушки слышит и змея, говорится. Змея олицетворяет время. Одновременно слышит и змея. Не только тот, кто нам нужен, услышит, но и кто-то нам не нужен, тоже услышит. И именно речь является причиной вражды и дружбы в этом мире. Кому-то не понравится, что мы говорим вообще. Будут враги. Язык мой враг, мой говорится. Также язык создает у друзей. И змея приближается по звуку, думая совсем о другом. Если партнер говорит, о, вот этот мой суженый, мне нравится его голос, его размеры, его форма, его возраст подходит, может быть вместе, то змея думает совершенно иначе. Она думает, достаточно пищи по звуку голоса лягушки, я чувствую, что этот кусок достаточно для моего желудка. Размер подходящий. Именно вот такой мне нужен обед сегодня. Она думает совершенно иначе. Она очень тихо подползает, и в планы лягушки не входит, заметьте. Лягушка не для этого издавала звуки совсем. Вообще рассчитывала на другую жизнь. Я видел, как уж схватил лягушку и проглатывал ее. Но печальное зрелище. Правда. Но природа есть природа. Так она работает. И также вот человек живет, все вроде дети. И печальное зрелище в какой-то момент наступает. Но такова природа, мы говорим. Время все равно все отберет, все разрушит, все проглотит без остатка. Уже второе тысячелетие пошло, смотрите. А картина не меняется. Приходит новое поколение и опять ква-ква-ква, хотят строить свою жизнь. На старое поколение таковы законы природы, говорим, такова жизнь. Ну что, пусть отходят в сторону, все, они уже не нужны больше. Кому они нужны, старые люди? Они еще немощные какие-то. Разум старческий проявляется. Ну, скоро умрут, мы просто должны терпеть их, наши родственники. А им неприятно так получать такое отношение. Мы столько сделали, жизнь прожили, и теперь вот нас никто не вспомнит, что ли. Ну что, печальное зрелище, конечно, но таковы законы природы, ну уходи уже, ну куда, ну что теперь. Ты уже ничего не помнишь, ты уже ничего не видишь, ничего не понимаешь. Давай уходи. Но если бы знал, куда идти, человек же не знает, куда идти, поэтому он очень разбит. Поэтому нужно знать, куда идти. Каждый человек должен знать о своей следующей жизни, говорится. Это веда. Но для этой цели мы получаем знания, живем в соответствии с правильным предписанием, чтобы иметь представление, ясное представление, куда мы идем дальше. Если мы идем к смерти, то это печальная картина. С другой стороны, смерть может прийти как закат солнца. Да, красивое зрелище. Сейчас заряется небо, знаете, это уход торжественный солнца, даже как и восход. И даже когда оно заходит, мы видим, что там звезды проявляются, наши судьбы остаются, видите. В природе нет этого ужаса восхода и захода. Никто не испытывает ужаса, когда солнце заходит. В природе нет ужаса. Ужас – это ответная реакция природы на грехи человека. Сама природа не вселяет ужаса никакого. Ни солнце, ни луна, ни звезды, ни космические пространства. Не вселяет ужас. Нам нравится все это. Почему же человек враждует с природой? Почему он хочет ее подчинить, эксплуатировать, ресурсы выкачивать? Зачем он это делает? Да, нужна электрическая энергия постоянно, нужна ядерный реактор для этого. Мы хотим, знаете, вот, чтобы свет был постоянный, даже не мигал, чтобы вот запад не включался, был постоянный ток. Для этого нужна атомная электростанция. Гидро не очень подходит. Гидро делали, с этого начинали. Но это было так, то накал увеличивается, то уменьшается, то вообще погаснет, то еще что-то там произойдет, то турбина там остановится, сломается, нужно ремонтировать. Не так-то просто. А вот атомная электростанция раз, сделал на 200 лет, пожалуйста, такие города, как Москва, и дальше даже горы освещаются стабильно. Но только бывает и Чернобыль. И Фукусима тоже бывает. А Чернобыль это больше 10 ядерных бомб, которые сброшены были на Хиросиму. Более 10. Да, ну как, мы уже привыкли к этому. Ну, было и было. Оно и продолжается, значит, что было, оно продолжается. И сейчас еще новые виды оружия создаются. Новые. От кого мы защищаемся? От самих себя. Ква. Причина только в этом, что мы говорим всякие вещи нехорошие, которые слушать человек не хочет, а мы говорим специально. Вот вам американцам, вот вам русским, а вот вам и казахам тоже. Нужно что-то сказать, чтобы задеть ваше эго. И про всех мы что-то говорим, про здесь сидящих тоже говорим, обсуждаем что-то. Ква. И мы не замечаем, как змея времени подползает цель. Мы забываем об аспекте времени, о Боге. И редкие люди думают об аспекте времени, но их не хотят слушать. Они всегда про свет начнут говорить. Вы нам любой праздник испортите. Таких людей нам на год лучше не приглашать. Ну, они еще что о смерти говорят. И испортят весь праздник точно. И пить не захочешь. Мы готовились целый год к этому празднику, если такой человек придется и испортить. И свадьбу испортить тоже. Только на похороны можно пригласить. Вот тут уже можно о смерти поговорить. Итак, люди боятся смерти, как лягушки боятся этих змей. Страшно. Страх смерти очень сильный. Это признак того, что люди не обладают духовным знанием. Трачут духовное совершенство и качество. И для того, чтобы вдохновить, здесь в Бхагаватам описываются духовные миры. Вот. Каждый из нас житель духовного мира изначально. Но если спросить каждого из нас про духовный мир, ничего не помню. Если спросить про прошлую жизнь, тоже не все могут что-то сказать разумительное. Нужны гипнотические регрессии, и то непонятно, там много смешанных вещей лишних. Очень сложно. Маленькие дети обычно что-то говорят про прошлые жизни. У преданных всегда такие дети живут. 4-5 лет начинают вспоминать прошлую жизнь, говорить кто-нибудь. Преданные это обращает внимание, конечно. Не преданные не обращают никакой. Какие-то глупости ты несешь, вообще забывают. Не обращают. Но при этом отмечают, что вот мой ребенок сказал то-то, 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 и никто ему об этом не рассказывал, вот похоже, что вспоминает. Типичное явление для маленьких детей. Ну, а взрослый, конечно, уже полностью тупой. Имеется в виду, уже образован по-другому, просто образован по-другому. Но память он утрачивает полностью. Что говорить о мире Вайкунтхи, где тут мы когда-то были, вечность назад вообще. Почти через миллиарды воплощений, там, представьте себе. Шутка ли? Ну, сейчас читаем, о, 4 руки, тут бриллианты, о, сказки. Вот мудрецы, а, придумали. Это мудрые люди писали. Нет, ну интересно, конечно, если так на самом деле, не знаю. А может, ты про себя считаешь там? Может, твой образ описывается там, такого. Не подумал об этом? А о ком эта книга, скажите, как не она с вами? Это наука самосознания, это все про нас с вами, про нашу изначальную природу. Забытую. У многих из нас 4 руки, знаете об этом? Их сейчас не видно, конечно. Где мы их потеряли, не сказать. У кого-то 2 руки в духовном мире, у кого-то 4. Это Вайкунтха-лока описывается. На Галоке Вриндаване обычно 2 руки. У Кришны 2 руки. Но на Райане 4 руки. Никак нельзя это физиологично представлять. Если мы хотим материально это представить, то говорится, нет убогой формы. Забудьте об этом. Материально нельзя это представлять. И эти украшения, они обычные жемчуга и бриллианты. Это живые существа. Такие украшения в этом мире не существуют. Они общаются. Они для общения, для взаимоотношений, не для украшения как такового. Нет необходимости украшать духовное тело, оно украсит что угодно само. Оно украшает эти украшения, наоборот получается. Там нет необходимости. Это тело, да, нужно украсить. Подмазать это подстричь, это что-то. Иначе, ну, кто ж привлечется этим делом, если не ухаживает. Тем более, его не помыть недели 2, богов. Это не духовное тело, дети, оно разлагается просто тебе. 5 праздник получил. С утра. Не то, что мы к нему испытываем отвращение, а к материальному телу. Мы испытываем отвращение к материальному существованию. К эгоизму. Тело, оно не плохое, не хорошее. Ну что разлагается? Это лишь на чувство влияет, а по сути дела ничего странного, плохого не происходит. Людей сбивает сильно запах с толку. И все. Но это чистое эмоциональное восприятие, то есть ничего страшного не происходит. Обычное явление природы, что распадаются какие-то тела, новые создаются. Все очень просто и понятно. Но наши чувства, они будут нас сильно беспокоить, когда воспринимать эти процессы. Увидеть смерть и все эти процессы разложения. Никто не хочет, их нужно спрятать куда-то подальше, не нужно это наблюдать, это тяжело, так, смотреть на родственника, от которого одни кости остались. Ну так давайте осознаем, что дело это не наша родственник. Наша родственник душа находится в теле. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А уж сколько там у вас будет рук, у вас это на выбор, как захотите. Не хотите 4 руки, не надо. Никто же не против. Если вам трудно с 4 руками жить, то можно с 2 руками жить. Есть и другие формы, можно стать деревом в духовном мире красивым, исполняющим желания. Вам подойдут, и все, что попросят, вы даете. Все, что хотите. Не только фрукты, но и овощи. И даже готовые изделия уже. Здесь мы открываем скоро печенье, производство печенья, слышали? Это прообраз Калпаврикши. Ну, Калпаврикши можно попросить печенье, какое хотите, у нас уже даст. Шоколадное, если хотите, там можно. Можно с литкером духовным, там есть. Здесь вот не все нам разрешается, понимаете, в материальном теле не все правильно делать. Всегда будут какие-то запреты, потому что противоположное настроение, с кем удовлетворяем свое тело, физическое, враждебное, отчужденное. Чем больше мы наслаждаем чувство этого тела, тем дальше отдаляемся от Бога. Тут вот такая вот. Эти картины не очень правильные. Материалисты не согласны. Это к Богу путь должен быть все иметь. Если к Богу обращаетесь, если что-то не имеете, то зачем такая религия? Мы хотим все иметь, если к Богу мы служим, много богатства, у нас денег, и жена красивая, и все остальное успех на каждом шагу. В духовном теле нет такого понятия, как успех вообще. Нет необходимости думать о каком-то личном успехе, потому что живое существо там наделено сверхспособностями, сверхвозможностями. Там нет ничего невозможного вообще по природе вещей. Там не нужно даже усилия совершать, чтобы чего-то добиться. Никто ничего друг от друга не добивается, ни от общества людей, ни от предприятий, ни от конкуренции. Чтобы стать каким-то высокопоставленным человеком, нужно победить многих конкурентов, нужно превзойти людей других. Там нет такой необходимости. Совершенно другой, иной смысл существования, устройства жизни. Это нужно изучить. Как это изучить? Ну, прочитали что-то. Короткое, не очень много. Похожее на наш опыт. Это изучить нужно, совершая духовную деятельность в этом мире. Бхакти-йога называется. И первое, это что мы используем? Органы чувств, служение. Слушаем о Боге. Говорим о Боге. Думаем о Боге. И служим телом Богу. Вот это начало уже познания мира Вайкунтхи. Тот, кто занял все свои чувства в служении Богу, знает, что такое духовный мир на себе. Можете ощущать атмосферу Вайкунтхи внутри себя. Огромное пространство находится внутри каждой личности. Огромное пространство. Безграничное. Потому что там своя душа, там Бог в сердце. Это и есть то самое пространство. Внутри меня. Каждого из нас. Духовный мир там. Здесь, когда мы наружу выглядываем из этого тела, здесь, видите, тоже мир огромный, но материальный. Весь от начала до конца материальный. А Брахма, Набхавана, Лока, Пунара, Вартина, Джуна. То есть от планеты Брахмы до низших и высших планет, вот все пространства, все места страданий. Это места страданий. Это все материальное. Значит, сколько пространств здесь, окружающих нас, это все места страданий в разных формах. Конечно, люди стремятся покорить и пространство, ищут какие-то другие планеты, может быть, там какие-то новые ресурсы. Энергетические или какие-то новые условия создать, освоить какие-то планеты, чтобы жизнь была подобна раю. Земля их не очень устраивает, тесновато. Для современного человека тесно, это оружие уже может разрушить всю планету. Это ресурсы планеты, они так используют. Для убийства планеты, уничтожения планеты. Они готовы. Гонка вооружений останавливается, они готовы к войне. Им до какой-то степени становится все равно, что будет, какие будут последствия. Настолько воспалены как будут умы, настолько эта вражда достигает кульминации, она вот сейчас растет еще, не утихает. И в основном люди имеют неудовлетворенное сознание, живя во всем мире. Очень редко можно найти удовлетворенного человека. Это редкость, это единицы в мире, наверное, из миллиардов. Люди будут удовлетворены внутри себя. Обычно это люди необычные, они наделены какими-то духовными полномочиями от рождения, люди и несут в себе такой свет счастья. А остальные люди, что если вы с ними разговариваете, вы всегда говорите, вот то плохо, и вот это вот не так, и вот в жизни как-то все не так складывается. Всегда есть какое-то неудовлетворение у всех, даже у детей. Подростков. У подростков 15-16 лет они уже недовольны жизнью. Есть много людей, также смирившихся, просто отупев от жизни, они просто бездумно уже работают, уже вообще вот ничего не понимают. И включают какие-то программы, там, развлекательные смотрят, потому что ничего не заниматься. Какие-то деньги зарабатывают, пытаются выжить. Но уже о смысле жизни не думают, не задумываются, нет, уже потеряли способность. Поэтому нужно вернуть свое былое величие, говорится, духовное тело, украшенное атрибутами отмечены. Для служения Господу есть атрибуты, великие атрибуты. Для служения Господу в этой мире можно использовать большие деньги, это атрибут. И Кришна может дать огромные деньги для служения. Но зачем же давать ему деньги для чувственных наслаждений, он пойдет в ад потом? Зачем? Кришна все хочет пойти в ад, настаивает. Может получить даже такие богатства. Но это не принесет счастья ни ему, ни родственнику. Особенно его родственнику. Тот, кто зарабатывает деньги, может быть, он не знает смысла жизни, но он сделал это, может гордиться хотя бы тем, что он заработал капитал, оставил себе какой-то след. Но вот потомки, как правило, таких людей не оценят то, что делают родители. Это большая проблема на самом деле. Потому что ошибка оставлять капитал глупым потомкам. Нужно сначала разум оставить, а потом капитал. Или вместе две вещи. Тогда есть нас. Но без разума, представьте вы их, всю жизнь работаете, чтобы оставить наследство своим детям, без разума, без знаний каких-то, без осмысления всего. Думая, что вот я работал, они будут так же работать, как и я, беречь это все, они не будут работать, если у них есть деньги. Они сразу отказываются от дхармы. А дхарма — это представитель Бога в этом мире. И они называются расклевающая молодежь. Так. Поэтому детей в богатых семьях и других семьях приучают к труду всех с самого начала. Нельзя просто жить, получая деньги от родителей. Потому что это материальное сознание усугубляет, углубляет материальное эго. Тогда как в духовном мире, смотрите, они не работают. Никто. Потому что украшаются, не поют, танцуют. Там нет ложного эго. Пожалуйста, танцуйте, пойте сколько хотите. Когда у вас нет ложного эго, это вам не навредит. Это ведь огромную пользу. Когда танцуете для Бога, поете для Бога. Это совершенство жизни. Но как только вы затанцуете для себя, змея будет подкрадываться. С другой стороны. Если мы начнем петь для себя, я себе, змея крадется, лягушка будет съедена. Закон природы – печальный факт. Итак, это мир Вайкунт, блеск кожи, подобен сиянию кораллов и бриллиантов. Их серьги отражаются в щеках, так описывается. Форма Господа такая, сарупья, одинаковая форма. За маленькими деталями отличия. Практически они равны по форме Бога. На духовном мире наделяются такой красотой. И у щек раскачиваются серьги. И серьги отражаются в щеках. Вы видели на божества. Блестящие божества, можно это видеть тоже. Когда серьги вешаете, они отражаются в щеках. Вот это по образу и подобию. Вайкунтха. И одно только касание к телу Господа вызывают у них ощущение возрастающей любви. Это касание взгляда, может быть, или слухом, или непосредственно кожей, телом. Когда тело к телу прикасается, мы тоже чувствуем, обнимаемся по-дружески. Муж и жена обнимаются уже по-супружески. Отец с дочерью общаются как по-другому. Сын и мать тоже по-другому. Касания разные, впечатления. Лакшми у стоп Нараяны массирует стопы, и она касается его стоп ладонями, собственноручно. И это касание умножает, усиливает духовные чувства. В материальном мире касание мужчины и женщины усиливает вожделение, пробуждают. Похожая аналогия, отраженная, но между ними огромная разница. Если кто-то думает, что там такое же вожделение, ему говорят, духовный мир безличен. Остановись. Это мысли очень отвратительные. То, что ты сейчас подумал. То есть Вайкунтха чиста. Там нет пыли. Там, если видите камень, драгоценный камень живой. Если дерево, то калпа врикша. Живое существо. Если сурабхи, то корова, исполняющая желания. Все слуги Кришны, потому что все. Даже воздух служит Кришне, пространство служит Кришне. Как мы это представим сейчас? Обычный человек, со сказки, душу. Но это могущество. Могущество Бога, это его мир, его царство. Нужно там делать все, что захочет. Там действительно нет никаких ограничений в исполнении желаний. Все, что хотите. Единственная вещь, если вы хотите стать Богом, сместить его. Вы приходите в материальный мир. Вот это единственная вещь. Вот причина, почему все-таки живое существо приходит в материальный мир. Если кто-то хочет занять место Бога, здесь это место, где борется за место Бога. Вот тут в этой борьбе мы заново познаем, кто мы на самом деле, что мы слуги, мы являемся Богом. А в духовном мире, в мире служения духовного, непонятно, где Бог, а где слуги, кто там больше служит. Вокруг планеты Вайкунтхи летают великолепные воздушные корабли, от которых исходит яркое сияние. Это самолеты великих махатм, преданных Господа. Божественный цвет кожи делает женщин, летающих на них, прекрасными, словно молния. Эта картина напоминает небо, украшенное тучами, среди которых сверкают молнии. Тут еще говорится о том, как выглядит женщина в Вайкунтхе. Удивительно. Подобно молнии. Красота молнии — это вспышка, которой мы удивляемся, так сказать. Шок испытываем. Удар молнии. Такое состояние. Такая красота. Цвета тела женщин, говорится, божественный цвет. Здесь есть тоже цвета какие-то, конечно. Но что такое божественный цвет? Примерно как-то можно... Здесь есть описание. Цвета шьяма, жители Вайкунтхи. Упада перевод небесно-голубого цвета. Мы прочитали. Шьяма означает также темный. Темный. Но Прабхупада перевод небесно-голубой. Почему? Потому что этот темный цвет излучает сияние ярче солнечного. Вы видите темный предмет, который излучает сияние? Не бывает такого в нашем опыте. Но тут описывается. Цвета шьямы темного, излучающий сияние. Это, говорит, небесно-голубое, чтобы надо было понять, что излучает сияние. Светлое. Оно может быть светловатым, может быть и темным. До грозовой тучи, до черного цвета шьям. От светло-голубого до черного диапазона. Называется все шьям. Если вы немножко посинеете, это шьям будет. В нашем случае это признак не очень полезный — синеть. От холода можно, или это более серьезная причина, нужно посинеть. Но в духовном мире, конечно же, это не от материальных тел. Там есть разные цвета. Жители Вайкунтхи, там имеют также разные цвета. На любой вкус. Не хотите шьям, никто не заставляет. Можете быть белого цвета, как коралл белый. Или красноватого, тоже кораллы из красноватой. Можете быть зеленоватого цвета, молодой листвы весенней. Кому уж как нравится. Описывается, что да, там разные цвета. Но эти цвета нематериальны. Диапазон цвета здесь небольшой у нас. Если даже сравнить с высшими планетами, материальным миром, мы тут совсем немножко видим цвета. В своем маленьком диапазоне 7 цветов, радуги. И они не глубокого характера. Ограниченного характера. Здесь, чтобы, вот как я, как художник, уже изобразить цвет на картине, тут диапазон красок, знаете, очень ограничивает вас это. Как и солнце нарисуется, скажите, на холсте. Максимум, что у вас есть белый холст, самая светлая пикра. Вам нужно солнце изобразить. Вот это мучаетесь. Сужать этот диапазон вглубь до черноты, и как-то растяжки эти добиваются и мастера, как и Айвазовский, что-то достигают. Но не в ясную погоду солнца, в штормовую только погоду. Девятый вал — известная картина, все заглядывают за картину, все. Там нет подсветки, нет подсветки, нет. Вот научился он свет изображать. Ну, трудная задача. Изобразить самое трудное. И самое ценное в живописи — изобразительный свет. Рембрандт считался непревзойденным мастером света. Его картины, они довольно мрачно выглядят, но там есть пространство света, тем не менее. Вот шьям достиг того, что вот он мучился передавать пространство света. Вот. Импрессионисты в этом тоже мучились. Все только об этом и думали, как изобразить свет. Свет. Это желание изобразить Вайкунтху. Но у нас красок не хватает. Ну вот с Вайкунтхи краски нам не посылали еще. Да если пошлют, мы такие краски не увидим такими глазами просто. Не сможем воспринять, мы даже от солнечного света, видите, прячем глаза. Вот. Мир Вайкунтхи, значит, нужны другие чувства. Если мы хотим увидеть что-то большее, другие чувства, понять что-то большее, нужно развить ум, интеллект, чувства, это все бхакти-йога. Чтобы мы могли очистить наши чувства и ум, нужна практика. И вот практика начинается с того, что мы пытаемся повторять имя Кришны и слушаем, что там происходит у него в духовном мире. Это и есть очищение чувств. Это уже входит в эту практику. То, что мы сейчас слушаем, у нас расширяется внутреннее пространство разума, внутреннего осмысления, осознания этих вещей. И в какой-то момент мы можем увидеть то, что написано здесь, и даже присутствовать там в духовной тонкой форме, ощутить атмосферу, летающие корабли, те женщины. Но увидеть женщину вот этих красивых вайкунтхи могут только те, кто полностью свободен от вожделения. Иначе их невозможно увидеть. Там нет вожделения. Там есть мужчина и женщина, вожделения нет. Там другая бхава. Когда мужчины вайкунтхи смотрят на женщину вайкунтхи, на эту ослепительную красоту, они видят ее. Они все понимают, что эта красота служит Кришне на рай. Это экстаз. Экстаз, то, что вы этим не обладаете, то, что не обладает Нараяна, вот это экстаз любви. Это как мать радуется, что у ребенка есть одежда, она завидует, есть деньги, мы откладываем, вот ему, и она радуется. То есть как он бескорыстие. Там, когда видит что-то прекрасное, потрясающее, все восхищаются, потому что это очень хорошо в служении Кришне. И Прабхупада нам сказал такую же заповедь, что в этом мире используйте все в служении Кришне, и деньги, и красивых женщин. Не используйте для себя. Иначе не увидите вайкунтхи. Из данного стиха явствует, что на планетах вайкунтхи есть воздушные корабли. Эти корабли излучают сияние, и на них летают великие преданные Господа, окруженные женщинами небесной, ослепительной, как молния красоты. А раз там есть самолеты, то должны быть и другие аналогичные средства передвижения. Однако эти средства передвижения не похожи на те механические приспособления, которые существуют в этом мире. В духовном мире все имеет единую природу. Там все исполнено вечности, блаженства и знания, поэтому воздушные корабли и другие средства передвижения на Вайкунтхе обладают качествами Брамана. Но хотя в трансцендентном мире нет ничего, кроме Брамана, это вовсе не означает, что он пуст и лишен разнообразия. Такие представления возникают исключительно из-за недостатка знаний. Отсутствие знаний – единственная причина существования ложных представлений о том, что Браман якобы пуст. В царстве Брамана есть воздушные корабли, мужчины и женщины, а значит, там должны быть города, дома, все остальное, необходимое для жизни на каждой из планет этого мира. Не следует механически переносить представление о несовершенстве материального мира на трансцендентный мир, не учитывая природу его атмосферы, на которую, как уже говорилось, не распространяется влияние времени, ни шигун природы и так далее. Текст 12 мы также прочитали. Значит, там есть города, пропадают комментарии. Все средства передвижения разные могут быть. Вот есть корабли воздушные, но и другие есть средства передвижения. Не упоминать точно какие. Хотя в этом нет необходимости. В духовном теле можно передвигаться куда угодно, без транспорта. У Господа Вишну есть транспорт. Он ему не нужен. Но он есть. Он пользуется им. Орудие. Если Господь всемогущ, то зачем он транспорт? Шива всемогущий в этом мире. У него тоже транспорт. Нанди возит его. Бык. У супруги Парвати есть свой транспорт. Не надо, не на быке вдвоем, и вот иногда она на своем транспорте, на тигре или льве заседает. Возит ее какой-то огромный лев. Если у них дети картики, гоняешь, у них есть свой транспорт тоже у всех. Гоняешь мышь, такой грузный, большой, мышука. С лукрами сладостями, там сюда и рядом. Тарелка со сладостями изображается, там, конечно, с мышью. Но Картикей и Павлин быстроногий, как ветер летает. Потому что военачальник, генерал армии был врагов Картикея, мастер искусств военного дела и боевых искусств. Вот, и у Асвана есть своя колесница, у Индра есть Айравата и тоже своя колесница. Но зачем, если эти полубоги могут обходиться и без этого служения? Без служения мы не существуем. Ни полубоги, ни люди, никто. Этот принцип служения абсолютно вечный, незыблемый, называется санатана дхарма. Исходит из духовного мира. Каждый слуга Бога. Мы все находимся в служении. И делаем то, что удовлетворяет Всевышнего. Кришна принимает Гаруду, потому что он хочет ему служить, не потому что он ему нужен как транспорт. Служение ценно, не транспорт. Поймите. Если есть какая-то вещь, не служит человеку, мы говорим, бесполезная вещь. Но и о человеке то же самое можно сказать, что не служит никому, он бесполезный. Полезным делать человека только служение, потому что это принцип вечный, санатана дхарма, нельзя обойтись без него. Можете быть человеком неказистым, непривлекательным, если вы служите, вы самый ценный человек становитесь для всех. Можете быть красивым человеком, здоровым и так далее, но если никому не служите, вы становитесь бесполезным человеком. Служение определяет как бы ценность предмета или личности. И Гаруда, он, поскольку величайший преданный Вишну, он, это его мечта, это его как бы смысл жизни носить на своих плечах Господа. Наделен такими ситками, такими силами, любыми. Ему нужно мгновенно переноситься в любое пространство, измерение Вселенной, где угодно, менять размеры. Он неуязвим для врагов, для демонов. Гаруда сверхмогущественный. И Гаруда во Вселенной, его почитают все мудрецы, когда видят. Сразу гимны воспевают ему. Он выглядит, у него сияние, как у Вишну тоже. Это птица. И однажды мудрецы вознесли ему такие молитвы, такие прославления, что Гаруда возгордился. И стали описывать, что ты транспорт самого Господа Вишну. Ты такой же всемогущий, как Вишну. В таком духе они говорили и пели под музыку. И Гаруда подумал, действительно они правы, похожи. Куда он без меня? Но стал говорить мудрецам, да, Вишну нуждается во мне каждую секунду. Без меня никуда. Чуть что, Гаруда говорит, поехали туда, поехали сюда, я только успеваю. Он держит всю Вселенную, Вишну, вы правильно говорите? А кто держит его? Гаруда. Мудрецы поняли, что они слишком перестарались в прославлении Гаруды и молчали, переглядывались, что с Гарудой происходит. Как он мог потерять сознание Кришны? Погодите, это же необычное существо. И тут слышно голос громовой. Во всей вселенной. Эй, Гаруда! Вишну. Я же говорил, а? Что я, Гаруда? Я никуда. Молчали, смотрели, что будет дальше. Вишну сам явился в этой ситуации. Говорит, Гаруда, я спешу, поехали. И положил ему правую руку на плечо. И Гаруда, оп! И не смог даже двигаться. Гаруда, поехали. Ты что стоишь? Я спешу. И перья только трещали, знаете. Могучная птица, она может Вселенную держать. Не может взлететь. И Вишну немножко расслабил свою руку. Просто она так скинула его в ад. В самом низ Вселенной. На дно. Гаруда летел через все эти 14 миров и терял крылья и перья. И там внизу, там ни одно перышко не осталось. Такая была странная птичка. Но слава богу, что не было свидетелей. Гаруда понял, что ему конец, его карьере. И тут он понял, что это за урок, это ложная гордость, что эти мудрецы, он поверил, на какое-то время ослеп от этой славы, которую получает от Вишну. Все получает от него. И он взмолился и снова вознес молитву, как всегда, свои вечные трансцендентные молитвы. Тот самый настоящий Гаруда обрел еще лучшие крылья после этого. Вишну его полностью обновил еще лучше. Никогда так больше не поступай, сказал Вишну. Погладил его. Я ношу все эти три мира. И себя ношу, и тебя притащу. Поехали, говорю. Говорю, ну что все эти энергии от Вишну, на самом деле. Это мир Вайкунтхи, нужно сознавать, что все есть Бог. Мы обретаем сознание Кришны таким. Это его энергия. Мы в нашем быту забываем, потому что эти вещи мы сами покупаем, сами расставляем, сами знаем, для чего это все это. Как будто наша энергия. Вот стол, на котором я сижу, вот стол, за которым я обедаю, вот кровать, тут я отдыхаю. Вот ванна, туалет, мне и все необходимое. Вот, да. Эти вещи напоминают мне о смысле жизни, скажите? Нет? Майя? Ну давайте посмотрим в окно, может быть, там что-то напомнит. Там соседние дома есть, люди ходят по тротуарам, машины едут. Напоминает мне о тобой? Нет. А что же делать? Нужно понять просто одну вещь, что все это энергия Кришны. Все, что говорит. Соседний дом, люди едут, машины ездят, метель. Все, что видите, любая вещь. Энергия Кришны. Бог повсюду. Это сознание Вайкунтхи. Пробуждение, это пробуждение сознания, на самом деле. Это как восстановление, как это называется, ренессанс. И как только вы это видите, вы начинаете... Сразу понимаете, что нужно делать, а что не нужно делать. Все, никаких заблуждений. Нет больше этих проб, ошибок, постоянного удовлетворения, трудности на каждом шагу, и в семье, и там, беспокойство, мы к ним привыкаем уже, вы жить в этом стрессе, недовольстве. Запиваем это все по праздникам, засматриваем все через зрелище как-то, и как-то вот сбалансировали таким образом свою никчемную жизнь, говорится, бессмысленно. А как заговорят о смысле жизни, о смерти, служить человек не хочет. Лучше в иллюзии находиться, потому что с этим я не справлюсь, там страшно. Печальные законы природы. Не хочу соприкасаться с миром. Ну, хочу, не хочу, как? Бежать. Развить сознание Кришны нужно. В общем, самолеты есть в духовном мире, не переживайте. Есть рейсы, там не бывает крушений, кстати, никогда. И все необходимое и больше. Здесь не все описывается, чтобы не привлекать материалистов. Материалисты начнут Вайкунтху захват организовывать, какой-нибудь там много богатств. Это секрет. Хорошо? Тебе пожалуйста, пожалуйста. В духовном мире, получается, нет зачатия детей, рождения, да, детей? Там такого нет. Я об этом не слышал. Какой-то прообраз должен быть. Как-то же появляются там дети. Вечные дети. Там должны быть эти расы, должна быть такая родительская. Слышали, что родительская раса в духовном мире есть. У Кришны есть родители, допустим. Там есть семьи в духовном мире. Значит, есть все эти расы. Как появляются дети, вы там увидите, узнаете уже сами. Это вопрос интимный. Вам нужно туда отправиться для этого. Хорошо, в начале лекции мы много говорили о том, как проявляется духовный вкус. Вначале вы сказали, что это у нас преданных не попадает тяга к низменным вещам, к мясу, к интоксикациям и так далее. Но это понятно. А дальше, как этот вкус развивается, как понять, что может он уже какой-то есть? И если он какой-то есть, хоть капля, как его потом сохранить и развивать? Вот все говорят, вкус, вкус, вкус. Вот что это за вкус? Это как пища. Каждый день мы же едим. Что бы мы ни делали в этом мире, мы подразумеваем, что время обеда мы обедаем. потребности, вкус к этому есть, и потребности, вкус одновременно. Вот так же мы относимся к святому имени, с таким же как бы вниманием внутренним. Ежедневно есть потребность, значит есть вкус. Есть осознание пользы и все остальное. Подобное. Это пример с Бхагаватом, да, когда человек принимает пищу, он чувствует насыщение сам по себе. И вкус. И раз он принял этот вкус, то он к нему привязывается. Так не происходит, что я поел вчера, значит сегодня не нужно есть, потому что я уже вчера поел. Нет, вкус снова возобновляется. Снова нас притягивает к пище. Если даже мы не испытываем сильного голода, вкус может нас все равно притягивать. Люди едят даже, когда не чувствуют голода, просто чуть-чуть для вкуса что-то принимают. Это вообще не помогает. Вот эти бары, рестораны, там не едят. Там языка что-то кладут на язык и общаются. В основном не едят много пищи. Это и в ресторанах они наедаются, может быть, там на праздниках. А вот такие вот забегаловка там, они просто для вкуса сидят, что-то пьют, что-то чуть-чуть пробуют на вкус. И стимулируют чувство, чтобы общаться. Это вкус. Для вкуса. То есть человек без вкуса полноценно не существует, не может. Этот вкус развивается через воспевание святых имен. Глубочайший вкус. И когда вы чувствуете, что это ваша потребность, слушать Бхагаватам, проводить киртаны, участвовать в киртанах, значит, вы в порядке. Значит, вы принимаете пищу осознанно. Да, главный признак здоровья ребенка, младенца, что он сосет грудь матери. Энтузиастично. Значит, что с ним в порядке? Принимает пищу. Что если у нас есть эта потребность повторять, принципы соблюдать, процесс готовить, ну что, пищу получаем, нормально. Есть здоровье. Дургаде, у него восьмирукая форма. Она житель Вайкунтхи или Гаукана? Нет, нет, это форма материальная. В духовном мире нет такой формы. Она вообще житель Вайкунтхи или... Нет, нет, Дурга это материальное творение. Только материальное творение? Да, в духовном мире нет такой формы вообще. Она экспансия Парвати или Шримад-Бхагаватам? Она экспансия Лакшми. В духовном мире есть сада Шива, изначально Шива. Он выглядит как Нараяна, форма Нараяна. Такой же, как Нараяна, и рядом с ним также Лакшми. Они эманируют сюда, в материальный мир, как Шива и Парвати. Отражаются в материальном мире. Шива проявление Нараяна? Это Шива-татва, отдельная татва, но выглядит как Нараяна в духовном мире. Здесь он выглядит, видели эту картинку, как Господа Шиву изображают, с трезубцем, как отшельник, змеей на шее у него, управляет тамом, тамагуной. Все привидения, духи, это его поданные. Это Шива, но проявление в материальном мире. А сада Шива, он форму Нараяна имеет, в духовном мире изначальный источник Шивы. Вечный Шива, сам Шива. Здесь это рудры, 11 рудр, они временное проявление. Пока Вселенная существует, потом они разрушают и исчезают, как форма. Входит в сада Шива. А сада Шива не пускает на голову? Сада Шива? Я не знаю, там... Смотря как себя ведет. Там, видимо, тоже несправедливость царствует. Так же, как в Нур-Султане, так? Тоже есть своя несправедливость везде. Увидите со временем все. Не задавайте много вопросов в духовном мире, это будет проблема. Это вы должны познать сами. Вы сказали, украшение служит для общения. А в чем, как это выражается? Кришна, вы сказали, украшение, это не для украшения, а для общения. Вот как оно, в чем, как это выражается? Как вот серьги подчеркивают его, оттеняют его красоту, допустим. Это для общения. Или камень Каустубха. Он, как бы, Кришну трудно понять. Никто его не Каустубха помогает при этом понять настроение Господа. Он меняет оттенки в соответствии с настроением. Непосредственно на груди здесь чувствует Каустубха Мани. Он постоянно меняет цвет. И глядя на этот камень Каустубха, можно понять сейчас, какое настроение Господа. Помогает общению. Это такие примеры. Они служат таким образом. Каждый по-своему. Кришна, спасибо за лекцию. Вот скажите, пожалуйста, вот мы сейчас читали про Вайкунтху. Я, вот, например, когда читала, ну, как бы все красиво описывается, так, здорово все, но почему-то мне, например, в сердце больше хочется атмосферу уголока Вриндавана. Или это как бы мы не выбираем, куда мы попадем духовно, на Вайкунтху или на уголок Вриндавана. Ну, почему-то больше настроения, как бы, нравится больше уголок Вриндавана. Уголока будет описываться далее в 10-й песне. Это только вторая песня. Бхагаватам описывает духовную жизнь от начала и до конца. От начала и до конца. Духовную жизнь. Не беспокойтесь, как описывается Вайкунтха Лока. Галока продолжает существовать. Ну, то есть, если я хочу больше на Галоку, то... Ну, Господь Читания принес Галоку. Господь Читания принес на Галоку. Может, это настроение культивировать. Но Вайкунтха, то, что мы сейчас читаем описание Вайкунтха, помогает нам понять Галоку тоже. Это важно пройти от первой песни до 10-й последовательно. Не сразу попадаем на Галоку. Да. Не развив расу соответствующую, нельзя попасть на Галоку. Да. Постепенно, шаг за шагом. Если человек в душе, он чистый, преданный, но он забыл об этом, как ему напомнить? Как напомнить? Если он в душе чистый, преданный, то, если он уже это имеет, как бы, и в состоянии заверения находится, он просто увидит чистого преданного и станет преданным сам. Такие люди без усилий принимают практику. Если уже в сердце есть преданное служение, они в состоянии заверения находятся. Пример потухшего костра, покрытый пеплом. Но внутри огромный жар под этим пеплом. Представляете, сухое полено вспыхивает мгновенно. Люди сравниваются с таким состоянием огня. Скрытый огонь. Если у них много таких материальных привычек, значит, они не чисто преданные. Чистый преданный, если встречает преданного, сразу забывает про все материальные привычки. Никогда вкуса от этого не имеет. Просто подражает материалистам, живет как все, но не знает, как жить. Это из забвения. Но как только встречает преданного, сразу понимает, что это не нужно. В то же мгновение происходит. Это и есть признак, что он преданный сердце. Если он сохраняет материальную привязанность, он не преданный еще недостаточно. Ему нужен опыт и практика серьезная. Как не гордиться, вот, чтобы как дорога не пойти? Как не гордиться? За этим следят преданные, очень бдительные. Как только возгордишься, тут же что-то получишь от кого-то. Так уж устроена наша жизнь. Гордость не нравится ни преданным, ни Богу. Тут же столкнемся с какой-то неприятностью и сразу нам напомнят об этом. Если вас любят преданные, означает, что вы идете правильным путем. Но Но гордых людей не любят обычно. Вы следите за этим моментом, как вы общаетесь, насколько развивается духовное отношение с предметом, насколько эта любовь влюбляется. Это правильный путь. Еще служение говорили, что самое важное в духовной жизни. Посредством служения мы отношения развиваем. То есть отношения важнее получается. Отношения между преданными, какие бы ни были отношения, любые отношения, это наше практическое приложение философии. Это главное практическое приложение философии. Вот так вот достигает успех во всех областях деятельности. Это вот практичность называется. Когда мы говорим практично, многие понимают неправильно это слово. Но практично, что выгодно. Не совсем нет. Практичность в отношениях, прежде всего, проявляется. Если мы правильно понимаем философию сознания Кришны, это должно быть в правильных отношениях. Ко всем. Вот она практичность. Успех отсюда исходит. Во всем. Да, что стал практичным профессионалом, а со всеми порчу отношения. Я думаю, меня не понимают, я хороший профессионал. Меня вот тут все только завидуют, видите. Значит, человек не понимает философию. На самом деле не практично. Это сознание кармы. Выгода. Нам нужно учиться именно применять философию в отношениях, прежде всего. Да, помните этот стих из Шримад-Бхагаватам. Человек поклоняется божеству в храме, но при этом не уважая других преданных, не выражает им почтения, не видя, что это божество находится в сердцах этих преданных тоже. И он напрасно теряет время в этой практике. Зря это делает. Попусту. Это непрактично, значит. Неприменимо. Не применяет это на практике. Это видение. Конечно, да. В отношениях, чтобы не было персонализма, ты понимаешь, что почему служение приносит много страданий, много разлад в отношениях. Потому что вот есть эта материальная практичность. В какой-то момент проявляется материальная практичность. Как правило, конфликт происходит в разногласии только по одной причине. Ну, собственно, строго говоря, одна причина. Это привязанность к каким-то результатам деятельности. Особенно, когда возникают проекты, и там финансы появляются, вот, ответственность, положение, вот там начинается конфликт. Нам нужно развить глубже знания, если мы хотим какие-то делать следующие шаги в развитии движения. Нужно глубже развить духовность. Чтобы мы по пустякам не конфликтовали, по пустякам, не тратили напрасно свою энергию годами. Веками люди приветствуют конфликт как поиск справедливости, они говорят, это вот как раз попытка установить справедливость. Я же вижу, что тут есть люди не очень хорошие, понимаете, а движение нужно очистить от них, да? Таким образом. Вот это настроение кали-юга уже. Вот это настроение уже проблема пошла. Если вы хотите очистить движение, начните с себя. Если станете чистым преданным, вы очистите все движение. Привлечете еще миллионы людей сюда. Но если просто настроены против чьих-то недостатков, это кали-юга работает через вас. Вы кали-чева становитесь, слуга кали. Если вас просят как наставника поработать с недостатками, другой вопрос. Вы из сострадания просто, из желания послужить делаете это. Не то, что вы вмешиваетесь в чужую жизнь, потому что там есть недостатки. Нет, вы культивируете свое преданное служение. Вот что важно. Остальные вещи терпите, как учитесь жить. Но важно, чтобы вы двигались духовно, отрывались от этих проблем дальше. И за вами пойдут люди туда же. Чтобы будете счастливы. Но если вас беспокоят чужие недостатки, вы еще не на духовном уровне. и не имеете права кого-то учить. Если я прихожу на Даршан Гуру Махараджу и говорю там тоже о каких-то проблемах, я вижу, что ее не беспокоят никакие недостатки никогда. Но не обеспокоен. Когда Господь читали, он был не обеспокоен, соответственно. Он находился в Бхаве, он спас миллионы людей, спасает миллиард людей сейчас. Вот он путь. Это борьба за справедливость, это иллюзорная борьба с ветряными мельницами. Люди должны знать причину страданий, тогда можно бороться. Они не знают причины страданий, борются с кем они борются. В основном они в борьбе унижают друг друга. Вот, совершают аппарат. Потом теряют вкус к святому имени, ко всему цвету. Когда вот отношения, которые мы строим с материалистами, с преданными, они не должны отличаться принципиально? Внутренне ничего не отличается. Внешне отличается. Внутренне мы понимаем, что любое живое существо – частичка Бога. Мы должны понимать, сознавать. Но мы же общаемся по-разному с разными формами жизни. Вы же с тигром вместе просад не принимаете? Потому что для него просад совсем другое понятие. Можете оказаться в этой роли вдруг. Не рекомендовано с тигром рядом принимать просад. Но вы понимаете, что он душа. Это практичность тоже, это отношение, правильно? Также с людьми вы понимаете, да, они такие же души, как и мы в точности. Но они могут вас обмануть, они могут пообещать не сделать, они могут расстроиться, уйти, они могут изменить все, что угодно, они неустойчивы, они вот такие вот, они майя. Поэтому с ними осторожно общаемся, проповедуем, но не доверяя в какие-то важных вещах. Они нас подведут. Они неприятны, у них меняется 7-5 на неделю. Сегодня нравится, завтра не нравится, все, что ничего не делаешь. Вот, но что, распространяем просад, мы проводим программы, мы хотим, чтобы они тоже получили знания, стараемся что-то делать. Иногда что-то благотворительное делают, для людей тоже хорошо. Для семейных людей предписано благотворительность, заниматься этим. Заботиться о детях, о нищих, нормально. Но в компаньоны не берите их. Близкое партнерство. Ненадежный случай, да даже идеально не каждый готов к ответственной роли, еще не созрели много. Если сказать, что такое преданность практичным языком, я думаю, что многие из вас могут ужаснуться. В каком-то смысле. Поэтому я говорить это не буду. Практичным языком. Прабхупада однажды дал пример, послушайте внимательно, вы знаете этот пример? Во Вриндаване он дал урок своим ученикам саньяси, смотрите, уже получившим саньясу ученикам. Они увидели, как из храма вриндаванского выходит женщина, немолодая, в сари. Возможно, это была белая сари. Она жила в этом храме, с кувшином на голове. И куда-то отправилась. Прабхупада знал, куда она отправилась. И он сказал, эта женщина пошла за водой к нему. Все остановились, Прабхупада начал говорить, ну что-то важное, что тут важно. Как эта женщина пошла за водой, ну и что? Да, говорит, посмотрите на нее. Она будет каждый день носить эту воду, всю жизнь. Каждый день, всю жизнь. При этом в Вриндаване климат сильно резко антиконтинентальный. Зимой до нуля спускается температура иногда. Но она все равно пойдет к Ямуне и возьмет воду. А взять воду в Ямуне нельзя просто зачерпнув воды для божеств. Нужно целиком в одежде окунуться с головой сначала 3 раза, только потом зачерпнуть воды и эту воду несут божеству, не меняя одежду. Она это сделает и зимой. Каждый день. Это в то время, когда в Вриндаване не было ни кондиционеров, ни электричества, ничего. А в жару Ямуна раскаляется, как сковорода в песке. А она все равно будет идти туда. сделает омовение, придет Кришна. Она будет болеть, все что угодно, но она не оставит свое служение. Эта женщина в конце жизни вернется к Богу. Вот это значит преданность. А у нас 7 пятниц недели все еще. Об этом тоже подумайте. К чему мы должны посвятить жизнь? Вот что важно понять. Какой деятельности, кому служению. Иначе мы ни в чем не будем квалифицированы. Либо станьте помощниками, во всем будете готовы помогать всем. Тоже хорошо. Вот это постоянный такой обет служения. Если нет каких-то своих важных дел, я просто помогаю тому, у кого есть важные миссионерские дела. Делаю все, что необходимо. Готов. Это есть преданность. Такие люди достигают успеха. Кто именно жизнь посвятил. Даже на материальном уровне, посмотрите, все эти знаменитые люди, они посвятили жизнь тому, чему они учили, потому что они должны лишним прожить. Никакого успеха не будет. Какие-то учения, они тоже свои измы издают. Вот это Ленин, там другие, там, не знаю, великие вот эти люди. У них, но они жизнь-то положили на это. Вот в чем их успех. Это ошибочно, но успех они получили, потому что жизнь посвятили. Жертву совершили, потому успех какой-то должен быть. Без этой жертвы невозможно. Все остальные люди, которые не совершают эту жертву, называется смешанная категория. Сомневающиеся, их называют в Коране. Бесполезная категория. Они могут и так думать, и сяк думать, и про это знают, и про все знают. Сами ничему не посвящают свою жизнь. Сомневающиеся люди. Это хуже, говорится, от смерти. В Гите то же самое. Сомневающиеся не будут счастлив ни в этой жизни, ни в следующей жизни. И в Коране, говорится, про сомневающихся то же самое. Самая неприятная категория людей. Они могут быть и материалистами, они могут быть и верующими. Знаете, как только вот жизнь повернется, они могут под что угодно построить. Так вот, не будьте сомневающимися, говорится. Если вы верите, если вы культивируете знания, посвятите свою жизнь, будьте успешны. Была такая история, вот мы рассказывали на Шримад-Бхагаватам. Преданные сидели, читали джапу, и потом один преданный пришел, говорит, с того некому дежурит, скажите, пожалуйста, Кришна услышал ваши молитвы. Из них стали только там трое-четверо, и остальные продолжают читать джапу. То есть, получается, они в джапе говорят, Кришна займет меня служение. Но в итоге только четверо пошли. Вообще, получается, служение важнее, чем джапа, да? Не обращай внимания. Это индивидуально. Важнее было читать джапу или важнее? Нет, вообще на это вообще не обращай, это вообще не обсуждают даже такие темы. Кто-то пошел, тот не пошел, не обсуждать эти. Не характеризуй по этому признаку ошибку слышишь. Приговор тут не нужно выносить на этой почве. Недостаточно как бы оснований, чтобы вывод делать. Мало ли почему не пошел. Не знаю мотива. Я не знаю. Но это не предмет для обсуждения и осуждения вообще. Вообще не нужно об этом делать. Кто-то же пошел, пошел. Никто не пошел, я сам пойду. Все просто. Освободите своего от этих оценок лишь. Были на парикраме, Гвардхан парикрама, и там у Говинда Кунда, этого 90-х было, мы принимали просад, большая парикрама была, весь из Кунда. С нами был Кавичандра Махарадж был, такой молчаливый, знаете, сам, наверное, один из скромных. Никогда ничего не скажет, мягкий такой, как брамачари. И было время завтрака. Все уже хотели есть, знаете, там пищеварение работало, и мы там прошли уже какую-то часть пути. Все расселись. Но мы парикрама, все организовано для нас, да, парикрама. Принесли эти посуду с просадом. Все сидели, ждали, когда начнут раздавать, естественно. Раздать было некому. Да, но как-то там не хватило людей, что там случилось, не знаю, может еще не подъехали, но у нас какое представление, что все же организовано, должны это делать другие, не мы. Мы парикрам. нам служат, то есть мы привыкли к тому, что нас обслуживают в этом процессе. Мы многого не знаем тогда. И некому было состоять эти баки с машиной, да, и поднести их вот туда поближе для раздачи. Вот такая вот ситуация. И Кришна Махараджа посмотрел на нас, на всех, все сидят. Я тоже сижу. Но с одной стороны ждем команды, а с другой стороны, может, команды не надо, мы не знаем, что делать. То есть идти вставать, не вставать, сомневаемся. Сомневаешься, Григорий. Этот маленький Махарадж, такой маленький, хрупкий, как ребенок, пошел этот бак тащить один. Без упрека, без ничего. И я подошел, говорю: Махарадж, почему? Что? Он говорит: ну, просто некому, надо, говорит, помочь. Меня просто, говорит, надо, говорит, помочь, просто поэтому я это делаю. И все сразу поднялись, стали это делать. Никого не припнул. Некому, сам поднял. Не надо никого прикрывать. Это мой путь к Богу. Это мой прямой путь к Богу. Зачем кого-то привлекать? Это мой выбор служить Кришне. Каждый делает соответственно пониманием или представить. Кто-то думает, мне джапа сейчас важнее в момент времени. Ну и будут повторять джапу. Хотя, если мы говорим о башне брамачарьев, там такого нет сознания. Там просто приходит старший и говорит так. Грузят. И они грузят. Брамачарьи так живут. Если брамачари думает по-своему, как-то мыслит, он не живет вашим, он живет отдельно. Это дисциплина для брамачари, это организация. Но в данном конкретном случае я не вижу причины обсуждать эту тему. Главное, чтобы вы были в сознании Кришны, были знаете служения. А кто что делает остальное, не нужно слишком волноваться. Может, у него планов нет в этой жизни, зачем забыл? Тут, знаете, чего тревожно? У него другая стратегия. Может, он еще пару десятков жизней здесь проживет, он уже решил этот вопрос. А вы мешаете ему. А вы его в этой жизни хотите вернуть Бога, а он не хочет. Нет, дело не в упреке, а дело в том, что служение, допустим, для меня важнее, или джапа. И то другое важно. Ты же знаешь. Важнее джапа и служение. Все. Обычно, если нужна помощь какая-то, приятная сразу откликает. Но бывает, что ну, не может никак вот сейчас откликнуться. Тем более уже есть кто-то, кто пошел, то тоже случилось. Джапу повторяйте 16 кругов каждый день. Все. Не важно, что там складывается, как 16 кругов каждый день. Кто дает обещание, так поступает. Служение тоже важно. Как это совместить? Вот стараемся. Стараемся совместить то и другое. Бывает трудно, но пытаемся. Потому что много служений, 16 кругов еще плюс 4 принципа, еще правила. Еще читать книги про упаду, еще на работу, еще принадлежит идти там что-то помолить, Такова жизнь. Понять, что ты эффективен в прямом служении, если ты стараешься не как материалист на результаты, да, слишком ориентироваться, но в то же время, ну, как понять, что Кришна доволен, и что ты вот вроде совершенствуешься, какие-то навыки улучшаешь, или лучшее, что ты стараешься делать, настроение, сидишь за настроением, иногда все равно непонятно, как ты, ну, как эффективно. Нет. Если Кришна доволен твоим служением, то ты это не сильно почувствуешь. Сама, непосредственно. В этом как бы прелесть сознания Кришны, красота. Что непосредственно это ощутить. Прабхупад говорит, что он может тебя обнять, даже поцеловать. Ты это можешь почувствовать. Да? Ты будешь чувствовать это глубоко. Если Кришна доволен, ты будешь очень счастлив. А если Кришна доволен, а я недоволен, что делать? Кришна все равно доволен. А если преданно довольна, а Кришна довольна? О, интересная история. Просто не все наоборот. Объезжаем, да? А если желудок доволен, то все тело довольно. Не перегружайте желудок. А как вот научиться принимать решения, нести за них ответственность и не сомневаться? И не сомневаться? Мы опираемся на опыт предыдущих ачарьев, чтобы избавиться от сомнений. Прабхупада показал пример проповеди, уникальный в западном мире. Мы видим, читаем, слышим и делаем то же самое без сомнений. Например. Опыт. Пример старших, смотри. Вдохновляйся, общайся с ним. А такой опыт избавляет от всех сомнений. Представь, что тебе нужно перейти через реку, брод найти. Где-то брод есть, где-то его нет. А река быстрая. Нужно знать. Так. И вот ты сомневаешься, если не знаешь, где же перейти реку, как ее перейти. Ты ходишь по берегу и думаешь, как же это преодолеть. И вдруг ты видишь человека, сидящего на твоем берегу, выжимающего одежду. Здесь брод, иди туда. И ты получишь уверенность, потому что человек только что сам из реки вышел, пришел. Видишь? Он показал, и ты просто пошел. Уверен. Но другая картина. Ты ищешь брод, не можешь найти, и человек на другой стороне реки говорит, вот здесь попробуй. Нет, я сомневаюсь, подождите. Он не прошел этот путь, но указывает уже, да? Тут есть причина для сомнений. Но если кто-то прошел путь, ты не сомневаешься. Общайся с теми, кто уже дальше прошел. Они тебе покажут сюда, сюда, сюда. Не будь уверена. Просто сейчас нужно терпеть и смириться, не обращай внимания. Что вот я уже проходил это все. И у меня сомнения уходят. Я бы думал, может быть, как раз смиряться тут и не надо. Но этот человек прошел бы, говорит, надо смириться, и так лучше, так легче второй будет. Я поверю ему. Угу. Какие успехи были в прошлом году, кто скажет? Особые. Давай, что скажешь? Что за год был прошедший, как-то общались, суммировали? Сложно было, переломно. Много было всяких событий. Внешне больше. Затолкание внутренние перемены, переосмысление. А внешне-то больше просто служение было, просто служение. Довольно нестабильно. Какие программы стабильно уже проходят у вас? Воскресная, субботная. Суббота что? Ну, Киртан. Киртан? Киртан и Мангалава. А где проходит? Вот, в йога-центре, по утрам в 6 утра собираемся. До 9, там же потом Бхагавадгита проходит, до 6 наступает. Потом вечером там же на Киртан собираемся. 3-4 часа. Суббота, а воскресенье где? Воскресенье, воскресенье, у нас это старое. Старое место. Там в воскресенье проходит, воскресенье, с обеда на вечер. Еще какие программы стабильные были? Шримад-Бхагаватам по утрам. Здесь? Вот здесь Бхагаватам. Здесь каждый день? Да. Да, практически. Сколько приходит в среднем? 12. 10-12 приходит человек стабильно. Да. Угу. Это большой успех для города. Еще что? Образование? Да, мы стабильно тоже проходим. Образование проходим. Для новых людей. Для преданного путешествия. На марафоне кто выходил на улицу? Кто на улице коммерческой стене? Поднимите руки. Есть Анандагопи Матаджи, потом есть Ирина Лян Матаджи. На улице? Ты распространяла на улице? Да. Как люди? Ну, было не так страшно. Но люди добрые оказались? А, некоторые боятся, но я подходила к молодежи, я подходила к более равным, я к взрослым не подходила вообще. Вот. Молодежь нормально реагирует. Смотрит книги? Интересно, да. Что-то распространенное? Да. Food for Life? Нет, такой программ еще. стадии пока. Разрабатывается. Строится. Да, строится. Идет. Для инвалидов. Для ветеранов. С динармом уже нет, она уже снимает. Он стабильный. Это стабильная уже программа у нас здесь. Там уже есть успех, эти год не мы работали. Никакие планы на будущий год еще? Еще женский клуб и женская академия. Есть такое, да? Есть. И разумная мама. Я вижу, что женщины стали разумными. Бхагавад-гита по субботам. Так у вас нет времени свободно для работы. Как же вы живете? Да, преданные очень заняты. Самые занятые люди, да, преданные. У них нет ни выходных, никаких сознаний нет. Очень хорошо. Спасибо большое. Выставка сейчас будет проходить в Алма-Аты.